привет, ребята, с вами Милашка, и в Avatar World вышло небольшое обновление в преддверии школы. Через 8 дней у нас опять начнется учебный год, и Avatar World нам дали вот такой вот небольшой утешительный подарок. У нас вышло обновление в школе. Нажимаем. Ну что, обновили Avatar World, и теперь ищем школу. Я уже не помню, где она здесь находится. А вот она. Давайте заходим и посмотрим, что же там обновилось. В самой школе у нас здесь есть вот такие шкафчики, и как раз-таки обновления вышли в этих шкафчиках. То есть у нас не было вот этого пенала. Новый пенал нам добавили. Открываем, и все, что в этом пенале, тоже новое. Вот такой вот карандашик, помада. Ну, билет, по-моему, был, но это, наверное, еще один билет. Нам добавили в этот пенал еще. Также, по-моему, планшет тоже новый. Такой вот желтенький. Рюкзак новый, но все наполнение не новое, оно было просто разбросано по локации, но его собрали и сложили в этот рюкзачок. Тут у нас какие-то тут тени, пудра, я не знаю, что это. Еще один планшет, кисточка, какой-то крем, потом блокнотик и еще один пенал. Это все старое, рюкзак новый. Также вот такой вот пиджачок новый, давайте достанем моего персонажа и примерим на него. Оп. А, она еще с предыдущего видео в этом костюме осталась. В общем, вот такой вот пиджачок есть еще. Так, книжка вроде тоже старая. Также в этом шкафчике у нас новые вот такие вот ботиночки. Вот так вот. И последний новый предмет — это вот такая вот футболочка. Оп, одеваем. Вот такая вот футболочка с котиком. В общем, добавили нам 6 новых предметов, и также в этот рюкзак собрали кучу вот таких вот всяких предметиков из этой же локации. В 8-м шкафчике нет ничего нового, и в шкафчиках под замочками тоже нет ничего нового. У меня в одном из видео с лайфхаками по Avatar World я показывала, как же открывать эти шкафчики. Если вы не знаете, то посмотрите мой видеоролик. Там я показываю. Еще я забыла кое-что показать, пропустила случайно этот предмет. Здесь мы добавили еще один ноутбук, который обклеен кучей ярких наклеечек. В общем, я думаю, что он выглядит достаточно прикольно тоже, открывается, закрывается. В общем, вот такой вот еще один небольшой предметик. Тут тоже всякие анимации есть. Вот так вот. Ну, вот такое вот мини-обновление перед 1 сентября. Пишите в комментариях, готовы ли вы уже к школе и вообще хотите ли вы туда возвращаться. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Дзен и ВК. Всем пока-пока!